Вместо полуразвалившихся деревянных беседок, лавочки-качели, вместо шумных компаний, место, где мамы могут посидеть с колясками. Этот небольшой сквер, куда приехали председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и заместитель председателя Артур Григорян, воплощение в жизнь наказов избирателей, проживающих в ЖК «Эковидное». Очень удобные, на самом деле, качельки, просто надежные, удобные. Мы уже все на них покачались. Основные работы – установка лавочек качелей и укладка декоративной плитки – только первый этап. Совсем скоро здесь будут высажены кусты, благодаря которым появится живая изгородь, что добавит уюта этому новому общественному пространству. Давайте новые идеи для реализации. Это будет. Время будет. Даем, мы уже как раз... И новые идеи нашлись сразу неподалеку от сквера. Слишком крутой спуск на пешеходной дорожке. Казалось бы, пустяк. Ну, если зимой, если гололед, если не почищено. Ну и вот. Хорошо, давайте принимать. Следующий пункт остановки – детская площадка. Здесь местные жители указали на то, что некоторые малые архитектурные формы, или сокращенно МАФы, устарели и требуют замены. Депутаты взяли на карандаш. Текущий ремонт, если сделать, да, и, в общем-то, ничего. Может, МАФ другой поставить просто, может быть, качель другую сделать, аналогию какую-то. После осмотра территории – встречи с жителями. Они традиционно проходят в местной приемной партии «Единая Россия». Марина Быкова пришла к депутатам с просьбой помочь в благоустройстве дороги, ведущей к дому. Из-за машин, паркующихся на обочине, зачастую там не могут проехать ни скорая помощь, ни спецтехника. Как выяснилось, в этом направлении уже ведется активная работа. Там будут такие тяжеленные вазоны, в которых будут высажены там либо елки, либо еще что-то. То есть, оно такая зеленая будет. Бетонная, как я так понимаю, да? Наверное, там есть пескополистер. Может быть, пескополистирол, будет он тяжелый и антивандальный. Вот, столбики должны восстановить. Сегодня в списке 5 посетителей, и вопросы совершенно разные. Передача территории в муниципальную собственность, содержание коммуникации, ограждение придомовой территории. И люди знают, они найдут здесь помощь и поддержку. Всегда решались вопросы очень быстро. Даже бывало такое, что за 2-3 дня и все уже сделано. И просто выходишь и радуешься, и глаз радуется, что нас услышали. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.